Портал Детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мой собеседник, израильский политолог Михаил Пелеверт. Михаил, я вас приветствую. Добрый день. Ну, у нас с момента, что мы с вами не виделись и не общались, в Израиле были праздники. Ситуация, в общем-то, не изменилась. Единственное, внутриполитическое, я имею в виду, единственное, что она обострилась ситуацией, состоянием экономики и тем, что происходит перед принятием бюджета в стране. Ситуация сложилась, в общем-то, действительно странная, мягко говоря. С одной стороны, у нас до заоблачных высот взлетает ставка Банка Израиля, которая пытается бороться с инфляцией, но, правда, абсолютно безуспешно. Но, тем не менее, продолжает это делать. У нас повсеместно отмечается подорожание основных продуктов, в том числе продуктов питания. И все это идет на фоне того, как заключаются договоры между членами коалиции по поводу, по принятию бюджета, идут активные торги, и там заоблачные тоже суммы будут переходить из кармана партийного в другой партийный карман. Точнее, из кармана налогоплательщиков партии. Скажите, пожалуйста, а может быть те, кто все это активно критикует и кричит, что ой, вей, что сделали страной, они утрируют? Ведь на самом деле, когда, каждый раз, когда заключается бюджет, у нас происходят подобные торги. Ничего нового как бы в этом мире не случилось. Ну, это такой философский вывод, который, да, прожив в Израиле некоторое время, можно сделать. Это вообще не переоценивать драматизм настоящего времени, настоящего. Да? У нас буквально несколько недель назад, меньше даже недели назад была война небольшая. Да. И 3 недели назад было очередное обострение, и демонстрации, и протесты, и, повторяю, мы сегодня находимся в совсем в иной информационной повестке. Израильтяне полезли к себе в карман и обнаружили, что у них остается сильно меньше, чем бы хотелось в конце месяца. И я думаю, что по вполне понятным причинам это стало повесткой дня номер один, и она на самом деле очень сильно всех беспокоит, в том числе и меня. Сегодня, вернувшись из супермаркета, где черешня стоила 100 шекелей, очередной раз задаешься вопросом, ну, практически на вес золота, да, очередной раз задаешься вопросом, как же в стране победившего хай-тека мы не можем наладить нормальную конкуренцию? А мне кажется, именно в этом и состоит наша проблема. Кстати, конкуренция не только в экономике, но и в политике. Потому что если мы посмотрим, что происходит в израильской политике, то там ровно та же беда. Это одни и те же люди, которые практически 20 с чем-то лет, 2 десятилетия, просто время от времени меняются местами, постами, министерскими портфелями и так далее. Но возвращаясь к вашему вопросу о том, что все-таки, чем отличается ситуация сегодня, например, от прошлогодней, когда бюджет принимали предыдущее правительство, да. То, конечно же, раздербанить и поделить, и выделить прежде всего своему сектору, своему избирателю, это всегда было достаточно популярно в Израиле, но мы идем как бы по нарастающей из года в год. В принципе, объясним нашим зрителям, что кроме бюджета, достаточно большого, толстого документа, состоящего из нескольких тысяч страниц, есть так называемые коалиционные деньги. То есть это деньги, которые заложены не в основной бюджет, а распределяются относительно
скажем так, с меньшей бюрократией, можем это рассматривать как личные карманные деньги политиков, которые имеют возможность из этих бюджетов выделить деньги для близких им людей, тем, групп и так далее. Так вот, если мы возьмем вот отдельно, например, сравним бюджеты по размеру коалиционных денег в них, да, по составляю по их части, то мы в этом бюджете достигли абсолютных рекордов. Обычно коалиционные бюджеты составляли от 1 до 2 миллиардов шекелей, то есть это деньги, которые раздавались политикам на их политические нужды в год. Сейчас мы говорим приблизительно о сумме в 7 миллиардов в год, 14 миллиардов за 2023-2024 год. Это во-первых. То есть я бы выделил вот эту тенденцию, которая мне в политически, если ее перевести с языка цифр на язык политики, то это означает, что наше предположение, что политики, нынешняя коалиция представляет только часть израильского населения, а не всех, она, мне кажется, вполне верна. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что те демографические прогнозы, которые были сделаны 10-15 лет назад, на самом деле оправдались. Доля религиозного, ультраортодоксального сектора в израильском обществе растет из года в год. И вполне не стоит удивляться, что у этого населения появляются большие запросы, большая необходимость в бюджетных деньгах, и из года в год все большая доля вот этого общего пирога будет уходить именно ультраортодоксам. Я считаю абсолютным ханжеством реакцию людей, которые якобы очень сильно удивляются. Где же вы были? Да, это было вполне понятный вектор, куда это все идет. В-третьих, мы в принципе, если вот взять и почитать бюджет объективно, да, без политической примеси и пристрастий, я постарался это сделать, то на самом деле сегодня ситуация Израиля по макроэкономическим показателям вполне нормальная. То есть у нас относительно небольшой долг. А это очень важно, ведь потому что только выплаты по процентам в год составляют около 120 миллиардов шекелей в год. То есть у нас относительно других стран небольшой госдолг, у нас относительно других стран не такая высокая инфляция, она не такая низкая, как хотелось бы, но на фоне, например, там какой-нибудь Чехословакии, где 18%, или Великобритании, где 12% инфляция, наши 4-5% считаются, могут считаться вполне нормой. В-третьих, у нас в принципе выросли траты на гражданские статьи бюджета. Это, кстати, было так не всегда. У нас очень часто бюджеты, выделяющиеся на сектор безопасности, обороны, росли быстрее, а сейчас уже это тоже тенденция. Последние годы гражданские статьи бюджета, они превышают средства, которые выделяются на безопасность и оборону. Это тоже вроде хорошо. То есть я вам могу привести вот таких примеров в нашем бюджете достаточно много. Но все-таки в этой бочке то ли дегтя... Все это разбивается о чек, который вы получаете на выходе из супермаркета. Да, но диссонанс, конечно, невероятный. Но диссонанс это тоже достаточно просто объяснить. Мы очень по большим количествам, скажем так, международных рейтингов, мы на самом деле одна из, ну, то ли 10, то ли 15 сильнейших экономик мира в валовом продукте. Только когда мы этот валовый продукт на душу населения учитываем то, что называется ППП, то есть паритет покупательской способности, то есть реально сколько килограммов, ну, например, черешни или литров бензина, или чего на самом деле необходимых, да, необходимой корзины товаров мы можем в Израиле приобрести, то Израиль сразу же скатывается на 35-е место. То есть мы, конечно же, не вполне входим в первые три, в четыре десятка самых развитых, экономически сильных стран, но при этом мы богатое государство с достаточно бедным, беру это слово в кавычки,
населения. Поэтому сильно зависит, вот, когда смотрим на этот бюджет на 2023-2024 год, все очень сильно зависит от политического пристрастия. Я выделю один момент, который лично меня настораживает. Практически нет никаких, в бюджете не заложено никаких программ, которые бы постарались в большей степени вовлечь в рынок труда религиозный сектор и ортодоксальных евреев, и сектор арабский. Это два сектора, которые достаточно традиционно тянут нашу экономику вниз, ну, а учитывая демографию, что они размножаются, да, ну, в смысле разрастаются эти сектора, да, больше, чем иные, то тенденция понятна. Еще один момент по поводу протестов по судебной реформе, которую мы все так с вами тоже активно обсуждали, и такое впечатление, что она куда-то ушла за скобки на фоне вот тех проблем, о которых мы сейчас с вами говорили, чисто экономических, ну и политических по поводу сделок на фоне принятия бюджета. Но тем не менее, протесты против судебной реформы продолжаются завидным постоянством. Люди выходят на улицу как минимум раз в неделю, а то и два раза в неделю. Правда, их уже меньше стало, но тем не менее выходят. И вот появилось сообщение о том, что из окружения президента Ицхака Герцога, под эгидой которого, напомню, проходят переговоры, касающиеся смягчения позиций противников и сторонников судебной реформы, и вот, как утверждает Арац, в рамках сделки, которая уже планируется заключить под эгидой президента, коалиция согласится на созыв комиссии по выбору судей без какого-либо изменения в ее составе и порядке работы. Напомню, что изменение состава комиссии по избранию судей – это, в общем-то, один из главных камней преткновения во всем этом сырборе вокруг судебной реформы. На ваш взгляд, это все как бы временные сделки, которые не получат никакого продолжения, и вся эта передышка нужна была Бенямину Нетаньяху для принятия бюджета, а потом все равно сторонники реформы возьмутся за свое и продвинут ее, потому что у них есть для этого все возможности. Или же действительно там продвигаются как-то серьезно эти переговоры? Я не могу, значит, напрямую свидетельствовать о том, как продвигаются переговоры. Да, время от времени доносятся осколки, да, обрывки информации, есть некие сливы. В любом случае, мое общее, скажем так, впечатление, оно скорее пессимистично. То есть мне не кажется, что в этой комиссии пришли к какому-то широкому общему знаменателю, и само заявление... Последние дни было такое заявление, что комиссия, вот эти две стороны, да, коалиционные и оппозиционные партии, на некоторое время перестанут встречаться. Это было объяснено техническим плотным графиком работы в Кнессете. Но при этом я думаю, что просто стороны пришли к не столько в тупик, сколько к развилке, да, договариваться или нет. Я думаю, что напрямую ответить на этот вопрос сегодня не может, да и не хочет ни одна из сторон. То есть, с одной стороны, коалиция понимает, насколько высоко сама она подняла ставки, она убедила свой электорат в том, что без изменения судебных принципов, работы судебной власти в Израиле, Израиль скатится к диктатуре судей, а с другой стороны, оппозиция тоже залезла на достаточно высокое дерево, убедив многих хороших израильтян в том, что мы по дороге к диктатуре. Значит, правда где-то посередине, и она заключена в том, что с одной стороны, несмотря на тех людей, которые продолжают выходить на улицы, это более или менее одни и те же израильтяне, которым в принципе вот это ультраконсервативное религиозное правительство не нравится. Просто те шаги, которые это правительство стало в их понимании очень нагло принимать, да, и то, чего они не решались делать до этого,
Это вот мобилизовало вот этот протестный электорат. И они продолжают выходить, потому что в итоге их в гораздо большей степени просто не устраивает Бенямин Нетаньяху в качестве премьер-министра, Арье Дери в качестве министра внутренних дел, Шас и Яадут ха-Тора как часть коалиции и так далее. То есть им очень не нравится это правительство, а не отдельная судебная реформа. Есть многие... Почему ваше мнение о том, что такое ощущение, что ослабли протесты, оно отчасти верно, потому что, во-первых, люди устали. Я сам ходил на большое количество протестов. И нет результативности, самое главное. Последние несколько дней и несколько недель я это перестал делать не только по технической причине, а по причине того, что во главе этого протеста проявились некоторые лидеры, которые стало понятно, что у них есть очень конкретные политические цели. Да? Это или возродить партию Мерец, или создать новую партию, но приблизительно с такой же политической программой. Или избраться как часть одной из существующих оппозиционных партий и так далее. То есть вот этот шкурный интерес людей, которые стоят во главе этого протеста, стал более заметен. И, конечно, часть людей, которые считали, что это все делается, то, что называется лешем шамаем, да, как бы исключительно из общественного интереса, то появилось некое разочарование. Это во-первых. Во-вторых, разочарование у меня лично появилось из-за того, что я искренне считаю, верю, ничего невозможно изменить в нашей системе, если не начать писать Конституцию, которая бы закрепила наши законодательные, да, основы нашему государству, и так, чтобы никакое случайное большинство их не смогло поменять. То есть Конституция в качестве цели мне казалась очень достойной и правильной. В последнее время, повторяю, ощущение, что этот протест отошел от конкретики и стал протестовать. То есть протест превратился как просто некое такое эстетическое явление в Израиле, что от недели к неделе мы должны просто выходить, чтобы держать правительство в напряжении. Мне кажется, это цель размытая, неконкретная, и я лично буду рад, если что-то изменится, но я не уверен. А с другой стороны, коалиция, понимаете, коалиция ведь сейчас будет принят бюджет, вне сомнения. И с этого момента начнется, так или иначе, начнется некий турбулентный период, когда дисциплина, да, вот есть так называемая бюджетная дисциплина. Если правительство бюджет не принимает, все идут на выборы. Сейчас вот этот дисциплинирующий момент бюджета, принятия бюджета пропадет, и политики будут готовиться к выборам. Значит, я не знаю, сколько времени это займет, но так или иначе они будут работать в основном на своего избирателя. А так как принцип устройства нашего очень племенной, из года в год становится все более племенным, то я предполагаю, что мы будем очень много слышать о увеличении числа поселенцев. Это интерес Смотрича. Мы будем слышать очень много о том, насколько надо вернуть еврейские ценности и сделать Израиль более еврейским. Этим будет заниматься партия Яадут ха-Тора и Дегель ха-Тора. Мы будем слышать о сефардской гордости и о традиционных ценностях. Этим будет заниматься партия Шас и части партии Ликуд, которые очень любят искать гоев в израильском обществе. И будет Бен-Гвир, который время от времени будет торжественно подниматься на храмовую гору, создавая очередной инфоповод. То есть, в принципе, все ингредиенты вот этого политического бульона, замеса нам известны. Ничего нового, к сожалению, происходить не будет. Поэтому в данном случае в большей степени, как и всегда, кстати, в Израиле, да, правительство разваливается изнутри, а не из-за каких-то внешних причин. Оппозиция достаточно бессильна. Во всяком случае, она сегодня далеко не объединена
вокруг, ни вокруг лидера, ни вокруг темы, ни вокруг какой-то повестки дня, поэтому ждать от них чего-либо я бы не стал. Но если все-таки вот в этом ближайшем времени видеть где-то просвет или возможность что-то изменить, да, вот в этом израильском устройстве, то это, конечно же, муниципальные выборы. То есть 31 октября, меньше чем через полгода, состоятся выборы, которые на ближайшие 5 лет, а выборы муниципальные проходят раз в 5 лет, предыдущие были в 18-м, следующие будут уже в 28-м, мы определим и выберем наших местных депутатов, мэров. И я хочу заверить всех наших слушателей, что комфорт, наша бытовая жизнь, да, ежедневное удобство, эстетика, школы, в которых учатся наши дети, тот вид, который имеют наши улицы, те здания, в которых мы живем. То есть огромное количество вопросов нашей ежедневной бытовой жизни зависят от местной власти. И лично я даже как бы взял на себя некую такую общественную роль донести эту мысль до граждан Израиля, что надо обязательно пройти и проголосовать, потому что, как мы знаем, плохую власть выбирают очень хорошие люди, которые в день выборов остаются дома, а голосование муниципальных выборов, оно очень низкое. То есть оно по Израилю составляет около 50%, но в среде выходцев из стран бывшего Советского Союза, назовем это так, оно составляет, по моим оценкам, около 20%. То есть это невероятно мало. И это на самом деле возможность что-то изменить. Михаил, большое спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский политолог Михаил Пильверт. Всего доброго. Спасибо.